Друзья, приветствую всех из Южной Кореи, из города Инчон. Хочу лично вас поблагодарить за то, что продолжаете подписываться на мой канал. Вчера ночью нам стукнуло 10 тысяч, так сказать. Благодаря вашей поддержке, вашему доверию, я продолжал снимать про машины. Согласен, не идеальные обзоры, извините. Но подумать не мог буквально полгода назад, что 10 тысяч человек подпишутся на мой канал. И сейчас, конечно же, все намного серьезнее. Постараюсь снимать вам лучше видео, более информативнее. Но, к сожалению, не всегда есть время, я уже говорил, снимать как я хочу, даже так. Вот. Но благодаря вашим подпискам и вашим отзывам, комментариям, лайкам, а также просмотрам, компания Kia и Hyundai обратили внимание на наш канал, и сейчас у нас есть такая возможность брать любой автомобиль, который вы можете только придумать у компании Hyundai, и делать на него тест-драйвы. Первый автомобиль, который я попросил у компании Hyundai, и хочу сказать огромное им спасибо за то, что они предоставляют этот автомобиль, это GV70 в спортом весе, именно в спортивной комплектации. Очень многие люди спрашивали, я помню, когда этот автомобиль только вышел, просили показать именно спортивную комплектацию. Ну что ж, друзья, на следующей неделе у нас будет 5 дней, чтобы показать вам этот автомобиль. Пожалуйста, в комментариях задавайте вопросы. Я сделаю серию видео об этом автомобиле. Планирую сделать 3. 2, возможно, посмотрим. В зависимости от того, как все пройдет по времени у меня на следующей неделе. Сделаем, значит, обзор, тест-драйв. Проедем везде на этом автомобиле. Спросим мнения разных прохожих. Посмотрим, что они скажут об этом автомобиле. Просто их мнение. А также задавайте вопросы, и я буду также отвечать вам по поводу этого автомобиля. Более того, впереди у нас наболевшая тема про технические характеристики моторов и так далее, да, двигателей Hyundai и Kia, корейских двигателей. У нас планируется интервью с механиками, официальными представителями компании Hyundai, которые ответят на все ваши вопросы. К сожалению, по времени пока не смогу вас сориентировать, но в скором, очень скором будущем это произойдет. И подобного рода контент будет постоянно выходить и выходить на моем канале. Поэтому оставайтесь на канале, жмите колокольчик, подписывайтесь, комментируйте, лайкайте. И еще, друзья, напоминаю, что наша компания Dalex Auto не только занимается обзорами и тест-драйвами, мы также занимаемся экспортом автомобилей из Южной Кореи. Для этого оставьте свои заявки, если кому это интересно, в телеграм-каналах. Если вы с Украины, оставьте ваш запрос в канале Dalex Auto Украина. Если вы с Казахстана, оставьте свой запрос в Dalex Auto Казахстан. Подписывайтесь также на инстаграм-каналы, следите за нашими новостями, за отгрузками, разгрузками, покупками, подборами. Будем рады вам помочь и ответить на все ваши вопросы. Если же вы решили, что можете заниматься растаможкой в своей стране лично, сами, то не вопрос, вы можете обратиться к нам и выкупить автомобиль из Кореи напрямую, или оставив вашу заявку в нашем телеграм-канале «Авто из Кореи» напрямую. Если же вы хотите со мной лично переговорить, пожалуйста, пишите мне в Фейсбуке или в Инстаграме, или же напрямую можете оставить сообщение в WhatsApp. Все, друзья, хватит болтовни, давайте посмотрим, что из себя представляет автомобиль Kia K3. Всем спасибо за внимание и наслаждайтесь нашим видео. Пока! Как всегда, делаем обзор в салоне Южной Кореи на автомобиль Kia K3, который прибыл на днях. Обновленный дизайн фар, новый пунктирный двухстрочный рисунок дневных ходовых огней. Указатели поворота теперь встроены в сами фары. Здесь же оставили все очерки. Вы узнаете уже на новых тусонах. На бампере теперь появились воздухозаборники треугольной формы. Тут же рядом расположены противотуманные фары. Также сразу бросается в глаза новый логотип Kia. K3 является второй моделью, оснащенной новым логотипом, после Kia Cadenza или K8. Сзади выделяется новый дизайн задних фонарей, объединенных в единую линию, что, кстати, является своеобразным трендом в моделях данного класса, как у Kia, так и у Hyundai. Указатели поворотов сзади переехали в нижнюю часть бампера и располагаются в одном ряду с парктрониками.
Диски в базовой комплектации идут 15-дюймовые, стальные, а вот в топовых комплектациях идут уже 17 легкосплавные литые диски. Расширилась палитра цветов кузова. Теперь в ассортименте 6 цветов. Минерально-синий, аврора-черный жемчуг, синий граффити, платиновый граффит, стальной серый, белый и снежный жемчуг. Имеется ручка. Запаски нет. Здесь имеется ниша. Интерьер после обновления будет доступен в двух цветовых гаммах – полностью черный и оранжево-коричневый. Оранжево-коричневый оттенок интерьера доступен в комплектациях Nobles и Signature без доплаты. В комплектациях Trendy и Prestige этот цвет вообще недоступен. В версии GT интерьер предоставлен только в черном цвете. У нас имеется двухступенчатый подогрев заднего дивана в этой комплектации. Здесь пластик довольно жесткий. Не скажу, что мягкое. Ну, подлокотник имеется. Места для такого автомобиля, для такого класса, в принципе, хватает. Я сейчас сижу сам за собой. Ростом я 1,70 м. Места очень много. Здесь у нас имеются дефлекторы и один USB-порт. Ситуация намного лучше, чем в автомобиле Avante. Давайте теперь переместимся на передний ряд сидений. И здесь у нас еще есть такие глянцевые такие вставки. Здесь у нас, кстати, на передней двери пластик немножко помягче уже. Здесь тоже помягче пошел. В этой комплектации у нас имеется мониторинг слепых зон, кстати, на электроприводе сиденья. Кожаный руль, подруливание, ассистент подруливания руля. А также имеется адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, кнопка старт-стоп, подогревы и вентиляция сидений. Подлокотник тут у нас небольшой для такого класса автомобиля, но выезжает, выходит по вылету. Подстаканники имеются, конечно же. А также беспроводная зарядка. Снизу у нас USB-порт и две розетки. Приборная панель теперь стала полностью цифровой с поддержкой тематических заставок. Цифровая приборная панель диагональю в 10 и 25 дюймов является отдельной опцией. Она доступна в комплектациях Prestige и выше, и только за дополнительную плату. Примерно $350 США. Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Эта опция идет в базе с комплектацией Signature. В целом же кресла для такого класса довольно удобные. Опять-таки повторюсь, для такого класса. Сравнивать их не буду с другим классом автомобилей. Они довольно короткие, маленькие. Ну, для дальней поездки должно быть нормально. Также будет доступна премиум стереосистема Krell с 8 колонками на борту. Она будет доступна в комплектациях Nobles и Signature за примерно $400 США. В первых двух комплектациях доступна штатная стереосистема на 6 колонок. Люк в данной модели доступен во всех комплектациях, кроме базовой, Trendy. Является платной опцией примерно $400 США. Друзья, также мы решили провести аналогию между корейской и российской сборкой. Внешних изменений особо не наблюдается, а вот изменения в оснащении и комплектациях автомобиля есть, достаточно существенные. Приборная панель 10-25 дюймов и система мультимедиа Учерата, к сожалению, недоступна. На борту Учерата аналоговая приборная панель Super Vision с монохромным TFT-дисплеем 3,5 дюйма или цветным TFT 4,2 дюйма и мультимедийная система с диагональю 8 дюймов с доступом к сервисам Яндекс, Apple CarPlay, Android Auto. У модели K3 вместо запасного колеса в багажнике вы найдете ремкомплект, а вот Учерата полноразмерное запасное колесо. Мы не нашли абсолютно никакой информации об адаптивном круиз-контроле. У К3 она точно присутствует, а вот у Чирата ее, по всей видимости, не будет.